привет. Меня зовут Саида, и эта медитация направлена на то, чтобы убрать все страхи, тревогу, сомнения перед соревнованиями. Давай сначала расслабимся. Сделаем глубокий вдох и выдох. И снова сделаем глубокий вдох через нос и громкий выдох через рот. Давай будем чувствовать, как кислород разливается по всем твоим венам, как это тепло течет вместе с твоей кровью и приносит расслабление в каждую клеточку твоего организма. Делаем еще один глубокий вдох и выдыхаем. Когда снова будешь наполнять легкие воздухом, почувствуй это тепло и расслабление, когда ты выдыхаешь. Как будто ты выдыхаешь всю тревогу, всю скованность из себя. Ты чувствуешь, как твое тело покидает тревога, и на ее место приходит спокойствие, принятие и понимание того, что все будет хорошо, что у тебя все получится, что ты знаешь, что делать. Все твои мысли, которые до этого создавали хаос в твоей голове, ушли. Их больше нет. Они больше не смущают тебя, не пугают, не расстраивают или не разочаровывают. Почувствуй свою уверенность, которая разливается у тебя теплом в груди. Поощущай ее. Пусть она станет твоей опорой, которая дает тебе осознание, что у тебя все получится. Давай почувствуем это тепло еще пару секунд. А теперь вот с этой уверенностью внутри, которая греет тебя, давай представим, что ты выезжаешь на конкурсное поле. Сегодня день стартов, и тебя уже пригласили в поле. Выезжая на поле, ты оборачиваешься и видишь всю свою команду, своих друзей, с которыми бок о бок каждый день ты тренируешься. И, конечно же, ты видишь своего тренера. Его лицо очень серьезное, но знай, он переживает за тебя, он верит в тебя, он действительно любит тебя. Он переживает за тебя, как за своего ребенка. Поэтому даже не думай, что ты можешь его как-то разочаровать. Он просто хочет, чтобы у тебя все получилось. Твоя лучшая подруга улыбается тебе, но ты же знаешь, как она переживает за тебя больше, чем за себя. И вдруг ты осознаешь, что соревнование это совсем не страшно. Это интересно,
Это увлекательно, это приятно, потому что за тебя так переживают твои близкие. Это поддержка. И это, конечно же, очень классный, крутой опыт понять, что ты можешь на данный момент жизни, а что можно улучшить. И с такими мыслями ты понимаешь, что ехать намного легче. А вот и пришло время. Ты кланяешься судье, и они дают тебе разрешение. Звучит колокол. Ты поднимаешь коня в галоп, смотришь на первый барьер, и в твоей голове просто проносятся мысли. Сразу четкая установка, которую зашивал в твою голову все время тренер. Не провалить повороты, держать корпус, двигать коня, сделать хороший галоп. И вот ты выходишь напрямую перед первым барьером. Ты примерно видишь дистанцию, точку отталкивания и садишься все глубже и глубже в седло, двигая коня вперед. А вот и первый момент прыжка. Ты подняла корпус, пошла за ним, и первое препятствие позади. Ты справилась. Начало положено. Ты сделала это невероятно круто. Идем к следующему барьеру. Ты смотришь заранее на барьер, поворачиваешь, держишь коридор, видишь дистанцию. И здесь нужно просто ехать ровно. Второй барьер ты преодолела. Ты продолжаешь двигаться по маршруту, а в твоей голове проносятся мысли о том, как же хорошо ты ощущаешь коня, как же хорошо он слышит тебя. Ты понимаешь, что вот оно, то значение, что вы одно целое. У тебя в голове только одно. У нас все получится. Мы все сможем, потому что мы с моей лошадью команда. Ты продолжаешь двигаться по маршруту. А теперь почувствуй, как каждое твое движение наполнено уверенностью и решимостью. Твое тело знает, как преодолеть каждое препятствие и что нужно сделать. Представь себя в полном контроле над своими движениями, словно это уже давно знакомый путь. По мере прохождения маршрута визуализируй каждое препятствие, которое тебе предстоит преодолеть. Не думай об этом как о сложности, а скорее как о возможности доказать свою силу и умение. Твои движения точны, грациозны и эффективны. Как только ты преодолеваешь каждое препятствие, чувствуй, как растет твоя уверенность. Ты начинаешь осознавать, что ты справляешься с тем, что раньше могло показаться невозможным. Наконец, ты видишь последний барьер. Ощущение победы настолько близко, что ты можешь почти ее осязать. Ваши движения становятся еще более энергичными и грациозными. Но ты не расслабляешься, ведь последний барьер всегда самый сложный. Ты его преодолеваешь. Ты видишь, как близкие, команда, тренер поддерживают тебя, а ваш успех становится общим достоянием. Ты слышишь, как все аплодируют тебе.
почувствую волнение, радость и гордость. Вы ощущаете, как эта победа заполняет тебя позитивной энергией и укрепляет твою веру в себя и свои способности. Ощущай. Ощущай всю радость, все волнение и гордость за себя. Оставайся в этом еще пару секунд. Медленно возвращаемся к своему дыханию, ощущая свою реальную сущность и присутствие. Ты принимаешь в себе ощущение победы и успокоения. Когда будешь готова, медленно открой глаза, принимая с собой этот опыт в свою повседневную жизнь. Спасибо, что прослушала эту медитацию до конца. Я надеюсь, она принесет тебе веру, успокоение и любовь в этом виде спорта. Обняла тебя, твоя Саида.